Всем большой привет, и с вами я и мое любопытство. В общем, дело было вечером, делать было нечего, и мне вот так захотелось попробовать поопылять вот эти чудеса своей квестрисны. И они настолько маленькие, их настолько неудобно опылять, просто не передать. Ну, в общем, решила я поиграться, пофаниться. Взяла вот этот оранж. Взяла еще оранж от другого поставщика и взяла трилип. Ну, конечно же, это все было веселье, поэтому я особо не подписала, какой именно цветочек, чем я опыляла. И вот сейчас покажу. Так, смотрите, вот это неопыленный цветочек. Вот эти два я опыляла. У обоих покажу. Так, вот мы когда опыляем, вон туда под клювик, тут есть дырочка, скажем так, мы туда закладываем, собственно, по-моему, это называется полиния, да, и если все удачно, то вот этот кармашек, вот эта дырочка, она закрывается. Так вот, эта дырочка у меня закрылась на обоих цветочках, но вот этот цветочек не дал завязь с семенной коробочкой. Он закрылся. Сейчас, если будет видно. Вот. А ну-ка, сейчас-ка, наверное, возьму-ка я свою линзу, которая увеличивает. Ну, что-то она застряла. О, открутила. Сейчас попробую снять поближе, чтобы было виднее. Так. Ну, результат обычно виден на следующий день, когда вы видите, закрывается цветочек или нет. Вот. А потом уже вы ждете, и будет семенная коробочка, или ее не будет. Сейчас я одену линзу. Так, линзу я надела. Теперь подъезжаем поближе. Цветочки такие нежные, руки хоть чуть-чуть, если дрожат. Так, вот здесь вот. Это куда мы помещаем по линии. Так. А теперь... Ох, как неудобно! Боже мой, где мы? Смотрю через объектив, как снимаю, рук своих не вижу, что делают. Так, на этом не получится показать. Давайте на вот этом. Так, наводись. Еще поближе. Вот, видите, нету этой дырочки, она закрылась. Вот, ну вот так вот закрывается. И потом, когда это произошло, вы несколько дней еще ждете. Так, ой. Потому что хоть у вас все закрылось, это не значит, что у вас будет семенная коробочка. И вот сегодня заглянула я. Уже, честно говоря, особо ни на что не надеялась. И смотрите, вот здесь вот какой широкий стал вот этот носик. А здесь вот я его найти не могла, чтобы показать вам нормально. Да, через линзу. Видите, какая разница большая. И вот тут вот видно, что худеет стебелечек наш и отвалится цветочек. А у этого, вот он начал утолщаться. Вот он утолщается, видите? И меняет даже цвет. Вот такая интересная штучка. Так что будет у меня семенная коробка. И теперь я думаю, что я буду с ней делать. Ну, посмотрим. Есть уже некоторые мысли. Посмотрим, получится у меня, не получится. Ну, вот такой вот фан у меня был, у меня получилось. Мне так понравилось. Я, наверное, попробую еще поопылять. Особенно, если у меня получится договориться насчет того, чтобы мне в стерильных условиях опытные люди посеяли. Вот коротенькое видео, вот так вот поделилась своим экспериментом, своей радостью, результатами. Всем большое
Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Я буду держать вас в курсе роста семенной коробочки. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.